новостям в мире. Число жертв вспышки лихорадки Денге в Бангладеше с начала года достигло 778 человек. Такие данные приводит Главное управление службы здравоохранения страны. Общее число заражений с января достигло 157 тысяч. Это абсолютный рекорд для Бангладеша. Предыдущий показатель заболеваемости составлял 100 тысяч в 2019 году. ВОЗ объявила, что вспышка лихорадки стала самой серьезной за всю историю наблюдений. Болезнь преобладает в странах с тропическим климатом. По данным ВОЗ, более 80% случаев протекают бессимптомно. Тем не менее, вирус может вызывать острое респираторное заболевание со смертельным исходом.